Мы считаем, что ее использовали в качестве отвлекающего маневра. Где-то их уже видел. Нет, Фрэнк. У нас. Мертвый танцор диско. Надо же. Какая жалость. Мы думаем, убийство из ревности. Это девушка подозреваемого, Таня Питерс. Я сейчас вернусь. Сигарета? Да, я знаю. Нам нужно, чтобы вы дали показания в нашем участке. Нордберг, Колорадо. Сэр, к нам не пришел один... Доктор Колжик. Доброе утро, мистер Смит. Я принять. Уверен, это не займет много времени. Банк спермы. Понимаю. На заднем дворе вместе с моим дядей. На заднем дворе с дядей? Да, когда он приезжает к нам, мы любим порезвиться на заднем дворе. Подпишите и оставьте бумаги у медсестры на выходе. Сюда, пожалуйста. Зачем? Проблема? Нет. Вы следующий. Мы раньше не встречались. Простите, я следующий. Что вы делаете? Просто решил привести себя в порядок. Всегда нужно выглядеть хорошо, даже если тебя никто не видит. Вы уверены, что мы раньше не встречались? А вот моя баночка. Снова за работу. Мистер Смит, вы в порядке? Я бы не отказался от ком это чувство. Ее купальник точно был счастлив. Я любовался ею лишь секунду. Силы меня бы стал их ужином. Иди сюда, мой сын. С чем ты разгуливаешь? Надень на себя что. А это что за жеребец? Я хочу познакомить тебя с новым членом нашей банды. Бритва МакГерк. Это Таня Питерс. Постой-ка, я тебя знаю? Я сразу. Нижнего белья. Меня это убедило. Меня тоже. Ты не видел моего? Что ты делаешь? Слон открыт? Это такие штаны. Обычно я ношу более широкие брюки. Ты настоящий мужик. Я обожаю таких. Ты играешь со мной, как кошка с мышкой. Но у нас есть одна проблема. Ты еврей? Нет. Ты девушка Рокко. А по моим законам это называется «смотри, но не лапай». У меня может быть два любовника. Забавно. А для меня секс как баскетбол. Главное, чтобы он был один на один и как можно меньше дриблинга. Ты такой напряженный, Бритва. Я бы расслабился, если бы знал, что мы будем делать завтра. Ты об этом ничего не знаешь? Я знаю, что мы планируем что-то большое в городе. Это мне уже нравится. Что еще? Только это. Делаешь? Привет, я попробую ваш рецепт, мисс Питерс. Это просто засовываешь свой язык. Тихо, ты меня не знаешь. Это прощальный поцелуй, сестричка. У нее машина сломалась, я отвезу ее на остановку. Смотрите, она замужем. А что если... Да он, наверное, отличный парень. Он все время... В всей стране у тебя... Ну только послушайте его! Боже, за... На ты. Так что ты хочешь с ней делать? Ясно одно, здесь ей... Надо ее замочить. Сделаем это сейчас. Нет, Гина раз готов был отдать зуб мудрости. Самые удобные заложники. Занимают, вкусно пахнут. Да, теперь у нас есть страховка. А теперь давайте немного поспим. Сегодня вечером мы в... Какой ты молодец. Это ради нас, мамуля. Впечатляет. Клево. Клево. Засунь тёлку в 10 минут. Пропуск. Мы вернем это дельце, и у нас в кармане 5 миллионов. Неплохо, ты знаешь, что делать. Ты проверить уровень масла. Нет, если возникнут проблемы, она наша прикрыть. Вон там стоит охранник из Брайса, знает, что делать. Отвлеки его, чтобы я мог подложить бомбу в конверт. Снайперо.
Полегче, полегче. Что случилось, мама? Бритва. Это Фрэнк Дребен из полиции. Ах, он жалкий ублюдок. А я-то с ним как с родным братом. С тем, которого не убил. Он может найти бомбу. Нет, если я найду его. Мне нужны ответы, милашка. Я люблю тебя. Неверный ответ. Я уже давно бросил подобные игры. Послушай, ангелочек, у тебя остался последний шанс. И не такой шанс, как был у нашей бейсбольной команды в прошлом году. Где Джейн? Клянусь, я не знаю. Хорошо, а где бомба? Она в конверте «Лучший фильм». О, мистер Дребен, я скажу прямо. Я устала лгать. Поцелуй меня. Пожалуйста, поцелуй меня. Я раньше не видела такие невинные губы. Такие чистые.